Ох, друзья, сижу я, значит, в туалете, и ко мне вот врывается девушка в номер. Привет! Я, значит, не понимаю, что такое, а я сижу вон там, чтобы вы понимали, в туалете, как бы, сижу себе, кайфую, грущу. И тут заходит девушка, и я говорю, типа, вы кто? Она говорит, мне сфотографироваться с вами нужно. И начинается пиздец. Потом, значит, я звоню Маше с туалета. Я говорю, Маша, срочно в номер. Потом Роме, говорю, Рома, срочно в номер. Начинаются крики, шок. А я все это, чтобы вы понимали, друзья, сижу на туалете, на унитазе. То есть я буквально обосрался, обосравшись. Это впервые. И я не понимаю, что происходит. Дальше, друзья, дальше. Заходит Саша Орлов, который сегодня замечательно открыл ресторан. И оказывается, что это был пранк, который вышел из-под контроля. У меня вот здесь вот... Камеры были, вот эти вот все GoPro-хи, мы просто сейчас вот это все навынимали. Я не знаю, друзья, в общем, пранк вышел из-под... Я не знаю, друзья, увидите ли вы то, что вообще произошло, там много материала, вы, кстати, отлично отыграли, да. Спасибо большое. Самое интересное, это когда я вот так вот сижу на туалете, и ты кричишь, насилуют, насилуют, я сейчас братьям позвоню. А вы знаете, что я сказала на узбекском? Я сказала, он меня изнасиловал, потом зашел в унитаз. Сидя в туалете, блядь. Нормально? Я сижу в туалете, но человек что-то меня изнасиловал, я думаю, ну пиздец, я попал, нормально в Ташкент слетал. В общем, друзья, если вдруг у нас получится что-то смонтировать, ждите. Подождите, воршоу.